вот в 90-е годы маржинальность была высочайшая. Комфорт был нулевой, потому что тогда, в общем, был бардак в законных документах. Безопасность была на нижайшем уровне. Но в России предпринимателями хотел стать каждый второй, каждый третий им становился. Еще и из-за рубежа к нам, в общем-то, с удовольствием инвестировали финансы. Почему? Потому что маржинальность все покрывала. Что сегодня происходит? Естественно, маржинальности такой уже нет. Реализации программы развития Зауралья малое предпринимательство является одним из основных источников экономического роста. И мы здесь, на территории Зауралья, обкатываем все самые последние новшества, которые мы внедряем, как в форму государственной поддержки, в развитии институтов, инфраструктуры государственной поддержки, так и с точки зрения внедрения законодательных норм, которые, может быть, еще где-то не работают. Поэтому мы считаем это важной площадкой для вот развития этого региона. Каждый форум, особенно посвященный малому бизнесу, это возможность подвести какие-то итоги для себя, это возможность для муниципалитетов еще раз переговорить со своими предпринимателями, хотя бы просто, чтобы потом представить картинку. У форумов очень много КПД полезного действия. На самом деле это так. Эффективность таких форумов, она, наверное, оценивается уже, результаты приносят позднее. Все зависит уже от тех шагов, которые совершают в дальнейшем руководители муниципалитетов, руководители там, правительства, инвесторы. И это видно в тех экономических результатах, которые добивается республика в краткосрочной и долгосрочной перспективе.